Шорт-трекеры края подвели итоги уходящего сезона. Соревнования длились 3 дня. Каждый день конькобежцы преодолевали новые дистанции. 140 спортсменов претендовали на медали. В сравнении с первыми соревнованиями по шорт-треку 5 лет назад количество участников выросло вдвое. Вырос и уровень мастерства конькобежцев. Ну, жестче борьба, конечно. На этих соревнованиях принимают участие у нас спортсмены из Хабаровска, с Ковалерова, с Владивостока, с Большого Камня и Уссурийцы. Ну, конечно, интереснее смотреть стало на спортсменов, потому что они уже, некоторые бегают как кандидаты мастера спорта, уже кандидаты мастера спорта, многие уже разрядники, и, соответственно, борьба уже пожестче идет. Самая длинная соревновательная дистанция – 1,5 километра. На ней в скорости и технике соперничали конькобежцы старшего возраста. Уссурийские спортсмены подтвердили свое превосходство на ледовом треке. Розалина Джан с золотом. Также на вершине пьедестала уссурийский фаворит Вячеслав Карпов. Егор Андреев тоже лучший. Михаил Ким с серебром. Соревновательных дисциплин несколько, поэтому спортсмены уносили домой сразу несколько медалей. У Алины Воробьева весь комплект – золото, серебро и бронза. Эльвира Свих стала второй и третьей. 2 бронзы у Данила Кашпурова. Сегодня дистанция была 500 метров. Конечно, не такая уж тяжелая, как остальные, но есть достойный соперник – это Артем Смалев. Он недавно тут выполнил кандидата в мастера спорта. Уже давным-давно хочет мастера выполнить, но не может почему-то. Но больше тренировок, наверное, надо. В призерах также Игорь Жгунов и Мария Слепнева. Самые юные участники соперничали в категории «Супердети». Золотыми наградами уссурийцы похвастаться не могут. Дарья Кривских заработала 2 серебра. Столько же бронзы у Софии Маринец. Также 3-е место у Вероники Маслянко. 2-й стала Алиса Тирман. Иногда деткам везло, и волей случая они поднимались выше в турнирной таблице. Так-то приехал я 4-й, но там дисквалифицировали одного участника из Хабаровска за толчок на повороте. И получается, я стала 3-й. Все дети бежали эстафету длиной в 2000 метров. Уссурийские конькобежцы завоевали все 1-е места. Только команда мальчиков младшего возраста заработала серебро.